Дорогие друзья, Юлия Далакян, талантливый дизайнер, который известен всем. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Как настроение? Хорошее, рабочее. Как называется ваша коллекция, которую сегодня вы покажете? Она называется Human Nature, то есть человеческая природа. То есть это природа человеческих чувств. Что вдохновляет вас на создание новых коллекций? Да сама жизнь уже, конечно, опыт за плечами огромный, поэтому каждое настроение, которое происходит в обществе, в мире, оно, конечно же, влияет и вдохновляет, иногда наоборот, но как раз это и есть творческая работа, когда можно сделать свои выводы. А случаются ли у вас моменты кризиса в работе, творческого кризиса? Да вы знаете, наверное, уже нет, потому что, наверное, творческий кризис есть у людей, которые работают от коллекции к коллекции. А так как у меня еще между коллекцией очень много работы, поэтому у меня все время, как бы мозг не отдыхает, он все время трудится. А талант должен трудиться, иначе он просто перестанет существовать. А сами какую одежду предпочитаете в повседневной жизни? Достаточно строгую, спортивную в основном, потому что, конечно, я сама очень много участвую в процессе. Ну, не то чтобы производство, я не то чтобы сижу за машинкой, но контролирую абсолютно все этапы создания образа и воплощения тоже. Поэтому мне, конечно, нужно быть очень мобильной, чтобы было удобно и одновременно было не стыдно выйти клиенту. Скажите, вещи из ваших коллекций простой российский житель может приобрести? Конечно, это у нас очень важная история, потому что, конечно, мы не делаем масс-маркет, мы не делаем совсем дешевых вещей, но стараемся держать основную группу того, что делаем, в таком среднем сегменте и чуть выше среднего. То есть адаптируем цены, мы очень много работаем, и за счет оборота можем себе позволить делать не очень высокие цены, потому что очень высокие цены – это для эксклюзива, который делается раз в месяц. Шоурум есть где-то, можно посмотреть? Да, конечно, шоурум есть. Он находится на Яузской улице, дом 1. У нас знаменательный очень адрес. Это знаменитый особняк Гончаровой. То есть это исторический центр Москвы. Поэтому у нас очень такая закрытая и одновременно открытая история. Нам всегда можно позвонить, прийти к нам в гости, посмотреть и увидеть то, что мы делаем. Юля, как вы считаете, что важнее, мода или стиль? Я думаю, что и то, и другое. Мода – это игра, которая заставляет двигаться, а стиль – это своя такая составляющая своей собственной психологии, которая приходит уже с опытом, с годами, когда ты реально понимаешь, что в чем тебе комфортно, в чем тебе некомфортно, что ты предпочитаешь, а что ты, наоборот, ни в коем случае себе не позволишь. И как вы подбираете себе модели? Каким образом? Модели я подбираю прежде всего, то есть интересных, то есть это личность, которая несет содержание того, что я делаю. То есть это мой соучастник на подиуме, это ни в коем случае не просто вешалка, на которую я вешаю свою одежду. Это личность, и мне очень нравится, что девочкам нравится одевать то, в чем они выходят на подиум. Юль, телеканал ТВ «Шанс» желает вам успехов, дальнейших потрясающих супербомбических коллекций. Пожелайте нам тоже что-нибудь. Я желаю вам просто наслаждаться жизнью, потому что самое главное – это быть гедонистом, то есть наслаждаться каждый день и каждым моментом, потому что жизнь, она очень быстро проходит, и нужно просто уметь ценить ее такой, какая она есть. Большое спасибо, Юля, и до встречи в следующем сезоне. До свидания.